Грёбаный всратый мегафон подвисает. Еле-еле вывозит. Постоянно фризит стримы. Плюс еще Ростелеком подвел. Суть в том, что была подключена добровольная блокировка. Сейчас, как потребовалась срочная связь, тут же, ну, естественно, я нажал разблокировать, а оно нихрена не разблокировывается. Пишу в техподдержку, спрашиваю, в чем проблема. Меня, правда, осыпали тут куча вопросов. Грёбаный бот. Ну, что мне пишут? Разблокировка происходит в течение часа. Часа? Вы серьезно, что ли? Ваших конкурентов такая операция занимает там до 10 секунд. Секунд! Надо, наверное, расторгать договор с Ростелекомом. Скорость, конечно, хорошая у вас была, но вот так вот медленно обрабатывать в личном кабинете в 2020 году. Серьезно? Я удивляюсь, как вы еще держите конкуренцию с таким подходом. Я уже пошел мыться и дрыхать. Услуга все еще заблочена. Топово, ничего не скажешь.